Мисс Мир, мне нравится. Стильно. Сегодня должен быть день премьеры. Сегодня вы должны были твитить, постить, лайкать, шерить и выйти в топ с нашим месседжем. Но вместо первых торжественных шагов навстречу виртуальному храму разума, мы видим это. Кожа с мехом. Классический лук. Точно предсказать, что заинтересует обезьян, почти невозможно. Как глобальное потепление. Уже не в тренде. Отвлекайте, манипулируйте. Заставьте их думать о том, что важно для нас. Ваша задача — контролировать нарратив. Это не контроль. Мы с вами оба знаем, что цифровой канал прямиком в каждый мозг на планете — это топчик. Но, как это ни странно, банкиры не горят желанием отдать десятки миллиардов на реализацию неопробованной технологии, которая навсегда изменит человеческое сознание. Твоя работа — убедить этих людей, а не оправдывать их. Со всем уважением. Ходить побираться по приматам — это полное днище, когда можно хакнуть мировой банк и взять сколько надо. Люди должны считать, что это они строят виртуальный храм разума. Когда он заработает, у руля будем мы. Телефоны. Одноразовые, неотслеживаемые. Я знаю, ты не любишь беспроводные телефоны, но они позволят нам остаться незамеченными. Настолько, что даже дебилы из АНБ нас не отследят. А они следят за всеми. Просто так. Я помню, когда человек жил в гармонии с природой, а теперь он поклоняется технологиям. И что имеет взамен? Химикаты в еде и воде, оружие, способное 100 раз уничтожить планету. Новые боги. Обычные паразиты. Они существуют исключительно, чтобы потакать худшим порывам человечества, пока мир не погибнет.